Дисклеймер. Привет, я третий. Сегодня мы с тобой продолжаем проходить Kingdom Rush. Так, у нас сейчас остаются, получается, суперсложные миссии. Так, давай подумаем, что мы можем сейчас сделать. Ну, героя, кроме как Элеоноры, я не могу никакого взять, кстати. Не они, Тор, Десятин, Пильчик. Про кого-то говорили, Шон? Норм, про Игнуса, что ли? Ну ладно, она у нас самая топовая пока что из всех, что есть. Давай оставим ее. Тут нам сказали 50 звезд надо. И у нас они есть. Тут я не знаю, кто нам понадобится. У нас что по прокачке? Ничего. Сейчас бы вообще без прокачки пошел. Тогда берем по классике, правильно. Когда-нибудь мы накопим нужное количество звезд и сможем больше вот этой вот фигней не заниматься, не прокачивать все по одному. Ну, вот так вот и оставим. Так, давай, пошли. Посмотрим, что у нас тут будет. Так, нам сказали 50 должно быть монет минимум, окей. Так, вот здесь. Вот так, давай сделаем. Раз, два, три. Ага, не хватает уже, да? Посмотрим, ладно. Так, с этой стороны пауки, с этой... Ой, что-то вот это мне не нравится. Там босс... Там выйдет босс-паук, да? Какой-то мега-босс-паук. Так, нормально, пока держимся неплохо. 337 монет надо, это много. Так, паучий матриарх, хорошо. Это весь паучий, что ли, будет уровень? Окей, ладно, запомнили. Так, ты давай уже прокачивай свой уровень. Давай посильнее становись. Так, 337 надо. Пока не хватает столько монет. Подожди, оп. Хорошо. Все равно пока мало, нам надо Теслу максимально полностью прям ее вкачать. Потом уже будем говорить, что она может, что она не может. Так, ты давай уровень себя побыстрее прокачивай. Так, Тесла у нас чисто в одну... Нет, уже и во вторую начала работать. Но все равно, пока у нее уровень маленький, она ничего особо-то нужного сделать не может. Нам главное это заморозка, ледяная линия, вот эта замедляющая, и сосульки. Ну, по сути, нам все ее способности нужны. Так, тут, наверное, блин, у нас ни на что не хватает, да? Ну, ладно. А, все, так спокойно сделали. Давай сначала больше целей захватим, а потом уже будем мелкие импульсы запускать. А у нас вот так солдаты дотянутся копьями. О, дотягиваются, отлично. Надо было изначально сюда ставить. А если она тут станет... Я понял. Не станет. Давай еще вот так. Оп. Да что ж такое? Ну вы же встали только что. Ай. Так, Тесла пока не хватает монеток. Ладно, у нас пока людей идут очень много. Надеюсь, на вот таких вот... А, кстати, возможно, еще ледяная дорожка становится длиннее в зависимости от ее уровня. Так, вот это уже не есть хорошо. Так, давай, бей. Вот это вот, наверное, стоит взять уже волну. Хорошо, ну, правда, мало сносит она им. Ну, хоть сколько-то, сколько, 22? 20, от 20 до 30, это следующий будет, да? Понятно, сейчас до 20. А как оно 22 сняло? Наверное, еще ударом был. Не знаю. Так, хорошо, у нас третьего уровня уже наша мадемуазель, это хорошо. И тут, получается, чем выше уровень, тем быстрее она... Ну, чем выше уровень, да, тем быстрее она повышает уровень. Почему? Потому что, скорее всего, вот эта вот дорожка, которая она сразу нескольких цепляет, тоже считается ей за нанесенный урон и дает опыт. Скорее всего, да. И сосульки, скорее всего, тоже все удары ее считаются как удар с опытом для нее. Ну и отлично, слушай, вообще замечательно. Так, давай еще 90... Ага, и сейчас горгули так, ничего страшного. Все, хорошо, здесь ставим следующую. Возможно, это будет супер легкий уровень. Тут нам, походу, весь акцент надо на вот таких вот ставить, на Теслах. И вообще замечательно. Давай здесь поставим. Ну и нормально, все, я думаю, у нас теперь все шансы есть выиграть. Давай вот это вот так пока что поставим их. Чтобы они уже начинали их атаковать, по чуть-чуть урона... Ого, даже одну горгулю снесли, неплохо. Чтобы по чуть-чуть пока начинали атаковать. Оп. Так, это кто у нас? Варк и Вульф. Ай-яй-яй-яй-яй. Да, тут, походу, будет пусть и слабые враги, но очень много, видимо, будет. Очень много. И это уже опасно становится. Так, ну пока врагов не сильно много. У нас еще залп. Я думал, я полностью прокачал. Ты что-то так слабо бьешь.
А вот эта вот, которая по земле волну пускает, по-моему, мне писали, что она еще и на воздушные цели действует, да? По-моему, да. Так, хорошо, за 288 пока слишком жирно. Так, 208, отлично. Так, теперь 337 надо. Давай на всякий случай сделаем. Просто на всякий случай, мало ли. Просто их реально слишком много прибежало. Ну, слишком много. Прям очень много. Так, 337. Многовато, многовато пока. Ладно, ждем, 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 ждем. Вот так сделали. Ух, хорошо, Тесла, Тесла, Тесла пошла. Хорош, 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 вытягивайте. Оп, видал? Мы их уже стали так быстро выносить, что следующая волна еще не успевает Опа, видал, что я сделал? О, Энакин, это Ой, это же Скайвокер. Ну ладно, имена я их не помню. Фредо? В смысле Фродо, да? А, я думал, это отсылка на Звездные войны, а это на Властелина колец. Но Властелин колец я не смотрел. Хоббита, по-моему, смотрел, а Властелин колец нет. Как-то собирался, но 3 часа за фильм это много. Да и не то, чтобы меня их вселенная как-то сильно интересовала, просто это надо пересилить себя и посмотреть. Гарри Поттера тоже ни разу не смотрел. Знаешь, что я думал? Вот я же для патреонов буду там всякие видосики выкладывать. Вот я думаю, под Новый год посмотрим все вместе Гарри Поттера. Вот я ни разу не смотрел, а ты, если не смотрел, то посмотришь. Хотя с моими комментариями ты там... Хотя, блин, лучше, конечно, смотреть вот так вот все вместе какие-нибудь очень плохие фильмы, чтобы было что сказать. Просто если хороший фильм, что я буду так сидеть? И все, это неинтересно. Ой, так, оп, хорошо. Волна есть у нас. Кнопочки ускорения тут нет, не хватает ее, очень сильно не хватает, чтобы, например, вот сейчас, когда идут длинные волны, мы даже все равно ничего не можем сделать, правильно? По сути. Нам нужно просто ждать. Да, походу, в зависимости от уровня, все длиннее и длиннее становится волна. Так, эти уже будут топоры кидать, и, кстати, очень много урона наносить. Так, следующая где? Следующую вот здесь вот подставим. Нам надо... Чтобы оно наносило урон всем трем входам. И тут, скорее всего, будет босс. И, скорее всего, будет отсюда, но... Блин, если отсюда пойдет, то он вот так... И все, он прошел. А если вот так, то тоже быстренько пройдет. А этого нам не надо. Нам надо, чтобы оно не надо. Понимаешь? А так не надо, получается. И что делать тогда? А вот я и не знаю, что по итогу получается. Тридцать семь, нормально. Слышь, тебя заморозили, ты что творишь? Ой-ой-ой, у нас такие слабые, что ли... Настолько слабая защита, что ли, сейчас, что... Наших просто вынесли, серьезно? Так, мне не нравится, что ты вообще не вкачалась, слышишь? Вот за все это время. Что за приколы? Ты уже 6 уровня. Кстати, очень долго вкачивается. Уже 10 волн, она только 6 уровня. Это не смешно. Так, 187, 187, нормально пока. Так, ну скелетов. Ну скелетов-то я надеюсь... Угу. А из монет мы не получим ничего. Класс. Ну хоть кого-то вынеси, хотя кого. Вот этот единственный и остался. Негодяец. Негодяец? Чего? Ну не надо так делать. Ну не надо. И вот так вот сильнее давай, чтоб молния больше шла. А, так нормально. И вот так тоже нормально. Блин, новую футболку купил? Блин, сейчас как бы холодно уже на улице. А отопление еще не включили. Сейчас я походу вспотею. Я надеялся, что не вспотею. На улице холодно. А у меня новая футболка, и что потом делать, если вспотею? Вот эти приколы типа постирай, оставь себе. Я имею в виду, я старую-то стирал, но со временем там пятна уже стали такими, что они уже просто не выстирываются, понимаешь? А я эту чисто для съемок футболку купил. Почему именно такую? Потому что нужно в итоге для камеры серого цвета, чтобы... По настройкам так, короче, делаешь, что картинка хорошая получается.
Выкручиваешь качество, короче. Да не суть важно, в общем. А тут там уже вот такое вот пятно. Просто по кругу оно уже настолько мощное. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, надеюсь, они не дойдут до нас. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот это уже, ой-ой-ой, это очень жестко. Сколько ты урон наносишь? 66-121, а тут 1500. В целом шансы есть. Вот-вот-вот, и все вместе по нему бейте. Тут еще паучки, ну ладно, тут уже волной вот этой вокруг всех мы паучков вынесем в любом случае. О, хорошо. Ой, дама всего сердца? Тупо звучит. Короче, прикольная девчонка, она мне нравится. Вот это вот Элора, даже не Элеонора, Элора, леденящая. Это прикольно, это прикольненькая. Ага, с этой стороны. А то, что я с этого прокачивал, вам типа плевать, да? А вам плевать на то, что я делаю, да? Вам плевать? Так, отлично. И сколько у них остается? 900 примерно здоровья, окей. Учтем. Надо больше звезд получить, чтобы мы уже прокачку наконец-таки сделали и не вспоминали про нее больше. Никогда, понимаешь? Никогда, никогда. Так, летающий 8, это вообще ничто. И 8 тоже, вы что, угораете? Всадник на ракете, я даже знаю, кто это, но это все равно вообще ничто. Валим, 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 валим. Пацаны, пацаны, вы лучше убегайте. Тут как бы у нас Тесла, они, если что, помогут вам. Она же еще и магом считается, правильно? Ну, она же еще и маг, правильно? Правильно. То есть против брони она вообще имбовая. Да, тут в зависимости от врагов лучше еще главного героя подбирать. Либо вот этого вот... А я не помню. Это черный с молотом был или кто у нас? О, не, пацаны, шансов у вас нет вообще никаких. Посмотрим, с какой стороны тут еще босс будет, потому что я уверен, что босс будет. Так, но вы, если что, не пролетайте, пожалуйста. Меня очень сильно смущает, что вы вот так близко уже подлетаете. Фух, осилили. Так, 288. Я не знаю, с какой стороны. Было бы неплохо 3 мини-босса. Ну, не 2,5, по 5000. Вот с этой стороны, с этой и с этой шло. 3 мини-босса. Но тут, скорее всего, ультра-мега-паук вылезет. Который такой ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. И все, и жопа нам. 300 здоровья. Какого ты... Там напугать пытаешься. А вот этих йети, я не знаю, насколько сильно мы с ними справимся. Кстати, мне сказали, как отличить. Если серая броня, то это типа физическая защита. А если голубая, то магическая. Хорошо, это удобно. Кстати, когда паучий матриарх выпускает паучков, за паучков нам не дают ничего. Понимаешь? Ничего. Да нормально, должны справиться, должны. Ну или не должны. Мы никому ничего не должны. Да ну, да ну, ты чё? А, у тебя вот это не вкачано, все. Да-да-да, это все из-за этого. Так бы мы вообще спокойно справились с ними. Прикол. Так, ну эти гончие, они вообще... Легенькие. Все, теперь дальше. Слушай, мы уже очень много Тесл понаставим. У нас слишком много денег сейчас, понимаешь? Слишком много. Это меня пугает, значит, тут может быть даже не просто босс, а ультра-мега-боссище. Либо это супер-легкий уровень. Но у нас тут было предупреждение даже, понимаешь? Мол, накопите 50 звезд. А так, по моим расчетам, тут 50 и не пахнет. Чисто, число, чисто Тесла, это около сколько? 10? Ну, 10-15 звезд надо. Чтобы Теслу вкачать вот так. Все. А, ну и воинов, хорошо. Ну, около 20 максимум. Почему мне говорили, что нужно будет 50 звезд? В чем подвох? Это мне комбинировать как-то башни надо было? Как? С какими? Что? О, новый паук. Дитя Сарельгаз. Сарай. Сарельгаз. Сарельгаз. Дети паучьи королевы, сильные противники, они готовы пожертвовать жизнью ради матери. И чё? Сколько? Ох, вы быстрые какие!
Ну, 1500 здоровья немного, мы 2400 успеваем даже вынести. Но не в этом случае, подожди. Давай быстрее, оп. Хорошо. Справились, красавцы. 1500, справимся. Давай вот так еще делаем. 337 пока не хватает, ничего, должны справиться. А у тебя какая обычная защита, да? То есть от Тесл вы хорошо прикрываетесь. Так у пауков же должна быть защита от магии. Или я ошибаюсь? И я боюсь спросить, если вот это вот дитя матери, то какая мать у них? Огромная. У них мать настолько жирная, что у нее сразу две пещеры. Ой, фу, нет. Как это ужасно прозвучало. Я вообще... Ой, забудь, что слышал. Это вообще не то, что я хотел сказать. Я вообще не про это говорил. Какой кошмар. Неужели воинов надо было делать? Вот здесь вот на последнюю клетку у викингов. Ну отбейте вот сюда вот, пожалуйста. Да быстрее. Хорошо. Хорошо, хоть после смерти она не выпускает паучков. Хорошо. Да капец, и все еще нужны еще Теслы. Меня пугает, что все-таки хватает. Смотри, сколько мы уже потратили монет суммарно. М? Мы не на одном уровне, наверное, столько не тратили, а уже 17 из 20. Это меня пугает. Это походу... Ой-ой-ой, что будет в финале? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Либо тут разработчик переборщил с даванием монет. А то я знаю, что обычно в таких играх разработчики очень жадные, дают очень мало монет. А тут ты смотри. У нас на все хватает, даже с перебором. Да, давай, возьмись. Наконец-то, у тебя хотя бы 10 уровень, спасибо. 187 монет надо. Оп, есть. Это за этих больших пауков дается очень много монет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Куда еще? Давай его сюда вот поставим. А не успеем, не факт, что успеем вкачать еще. Воу-воу-воу-воу, куда вы так и несетесь, слышишь? Как будто где-то роллы по скидке, ни хрена себе. Которые они съели и теперь несутся домой. Ребят, в чем подвох? Ну тут не может быть босса, ну тут чисто физически это не может быть, но это глупо. Тут дорожки все короткие как бы. Скорее всего такая же локация будет вторая зимняя, понимаешь? И вон там уже будет босс, но сейчас это как-то глупо его сувать. Я просто не представляю даже, чем мы должны с ним справляться вот здесь вот. И будет обидно, если все-таки надо было акцент на магов делать. Но так тоже нечестно как бы. Нас обучали, что пауки боятся физической атаки. А сейчас в итоге выяснится, что надо было магию ставить против пауков. Это подстава. Это скотство. Дитя Сеголас. 15 штук! Ни хрена себе! Не, давай сначала вот этих вот гоблинов добьем, а то... гоблинов. А вы кто там? Тролли. Чемпионы. Окей. Да подожди, не долби. 1500, хорошо. Может корни поставить. А я лучниц не прокачивал. Ой, если тут еще и лучницами надо было это все проходить. Зараза, моего убил. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как вы долго его бьете? Давайте паучков уже разносите. 337 нам надо. Ай-яй-яй-яй-яй, я так мы долго будем. Подожди, вот так давай. Ну, не сильно-то помогло, если честно. Основной урон наносится, когда падают метеорит. Ни хрена себе вас тут. Ого! Ого, возможно, я зря метеорит там потратил.
Да вас еще больше идет, вы че? Давайте, кидайте копья, кидайте, кидайте, кидайте. По 600-700 здоровья надо еще наносить, пока вы там... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, подходите. Я все дальше и дальше... Охренеть вас тут! А чем? А чем нам вас выносить, вы че? Это не смешно. Надо было солдатов ставить, да? А кто ж знал, кто ж знал. Может эту продать пока поставить? Давай. А то это жопа пока что, подожди. А то это жопа какая-то, ты шо? А что против тебя ставить? И в какую сторону главное? Так, давай, замораживай. Ну нет, 3 звезды! А, по одному сердечку вы наносите. Кстати, они не пробежали почему-то. Ага, пробежали. Ну, скоты, ну под конец, серьезно? Вы решили под конец... Да ты так нельзя делать, ты что делаешь? Они вообще урон наносят, нет? О, да вы гоните. Зашибись. Зашибись. 21 тысяча хп. У меня все равно вопросики. А как тебя выносить-то? Чем? Я думаю, когда матку мы уничтожим, тогда и мелкие исчезнут. Охренеть. Так, она, если что, идет по этому пути, мы поняли. Кстати, по-моему, по самому короткому. Охренительно. Да ну нафиг. Ты гонишь. Еще 11 тысяч мы должны прям в самом конце снести, да? Сюда беги. Сколько у тебя? 8 тысяч. Давай, 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 давай. Я надеюсь, все пауки исчезнут после этого. 6. Уже чуть-чуть осталось, подожди. Метеорит, пожалуйста, пожалуйста. Это, возможно, наш шанс. А чё ты тупишь? Сюда беги. Метеориты, метеориты, быстрей. Давай, 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 давай. Сколько у тебя? Осталось чуть-чуть, давай, давай, давай. Вот метеорита бы сейчас, еще один удар метеоритный нам пригодился бы. 1200, 1100. 900, давай, 800, 700, 91, быстрей! Ладно, этот насрать вообще. Ах ты урод, подожди, у тебя 600, 700 здоровья осталось. Да кидайте копию, а че вы не кидаете? Ой, блядь. Как нечестно. Так нечестно, мы же почти выиграли ее. О, это нечестно, надо бы тут всех големов выставлять, тут всех магов. Ой, как обидно-то, а. Как же это обидно, ну почти же 25 минут впустую. Ну это обидно, что могу сказать. У этих магическая защита почему-то. Конечно, это маленьких паучков бы сделали. Это бы сделали. Замечательно. Будем мы магическую защиту вам показывать, что не надо делать. Оказывается, что надо. Вы такие бы хитожопые. Класс. Мы вас научим магической защитой, что она не нужна. А потом скажем, что нужна была. А вы уже все. Мы уже привыкли к Тесле. Молодцы. Охренительно, и все, паучки. То, что надо. Спасибо большое. У тебя кто из магической защиты? Ну что это такое? Ну охренеть, зачем нас приучали к магической защите пауков, и в итоге в конце у пауков поменяли защиту? Вы чё? Так нельзя делать. Это... Чуть не сказал, это преступление против проституции. Но все равно это тоже нехорошо, вот так вот делать вот. Как они придумали, а?
какая же жара все-таки. Давай все-таки я включу вентилятор. Так, продолжаем. Так, хотя бы небольшой ветерок, а ну на микрофон не дует. Нет, не дует, хорошо. Ошибись. Надо было вот так вот сделать-то вообще, а? Я в шоке. Тогда вот здесь вот будем простраивать чисто магов, а вот здесь вот уже Теслы будем ставить. Если хватит, потому что, по-моему, магия дороже у нас выходит, чем Тесла, нет? Или мне кажется? Куда ж ты? Ну ты ж даже не попал. Куда ты бросал там? $270 пока дорого. Хорошо, мы знаем, что монет тут дадут очень много. Так, давай начнем. Здесь Теслу ставим, а здесь магов. Теперь у нас индивидуально идут волны, хорошо. Ага, у нас еще и летающие сейчас будут. Зашибись. Ну ладно, маги хотя бы с летающими справятся. По идее, правильно? Надо вот здесь хотя бы избавиться от врагов, чтобы здесь было уже полегче, уже будем чисто эту сторону защищать. Так, отлично. У тебя, кстати, уже третий уровень. Сейчас ты быстрее, по-моему, качаешься. Намного быстрее. Либо потому что башни как-то влияют, либо потому что сейчас наоборот. С башнями сейчас тяжелее отбиваться с магическими, и она больше урона наносит. Но в любом случае, и так на ее прокачку влияют башни. Где-то прямо, где-то косвенно. Ну, в одной из теорий. Прямо в одной из теорий косвенно. И здесь проставим кучу големов. И пускай паучья матка через големов проверяется. А, смотри, вот это отравляющий эффект, типа. А, этот... А, о, а что вы не говорили? Писали, что, мол, оранжевое снимает броню. В какой-то степени. Оно ядом оказывается. А. Правда, где-то оно добивает ядом, а где-то нет. Тоже странное, конечно. Ой-о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 й
хотя бы по площади бить по собачкам, это было бы не, это было неплохо. А сейчас-то по площади не будут бить. Так, с этой стороны защищайте, с этой стороны у нас вот так вот есть. Так, давайте, закидывайте копьями. Так, с этими мы сейчас справимся, хорошо. Мы пока держимся неплохо. Отлично, здесь Теслу прокачиваем максимум, потом здесь одну магическую башню. Опять одну Теслу, одну башню, одну Теслу, одну башню. И так мы справимся, я надеюсь. Кстати, вот этого вот... Ну, мне кажется, это Люк Скайуокер, нет? А, возможно, Фродо, потому что вот это блестело, скорее всего, его палочка, но это вроде Гарри Поттере было. А синий — это меч его, по-моему, жало называлось, которое светится при подходе к оркам, но это зимняя локация, и синий световой меч был... Кто это, мать твою? Ну, написано Фреда, Фреда. Ну, Фреда — это, скорее всего, отсылочка на Фродо. Кстати, отсылки тут вообще шикарные. Их очень много, и я вообще люблю отсылки и каламбуры. Ну, у вас хотя бы обычная защита, а у вас ее нет. Ха-ха-ха. Тоже нет, вы что, гоните? А что ж мы с вами так... Хотя с вами, по-моему, мы спокойно справлялись, да? Так, хорошо, так... Ну ты слабоват, нет, даже не пытайся. 27 уронов, ты ничего не сносишь, а сколько у них? 335, так подожди. 27 это 1 десятая. 270? 270, условно говоря, это... Ну почти 1 десятая. Хорошо, 1 12, 15. Ты почему ты так мало сносишь? Вообще незаметно. Сомнительно, что-то странно как-то. Тук-тук.
Тук-тук. Слышен стук. Бабадук. Кстати, тоже сомнительный фильм. Я его несколько раз посмотрел, я его вообще не понял. Он банально неинтересный. Прям до шути. Да хорош, ну перестань. Ну да хорош, ну все, не надо бить. Да ну хорош подбегать так к ним. А, вы чё ее убили? Нельзя так. Ага, побежал он, ты видел? Побежал он как, ага. Так, ну вы хотя бы атаковать можете только в упор, мне кажется, и все. А, ты себе здоровье еще что ли поднимаешь? Да чё ж вы все в рукопашку-то побежали? Ай, бестолковые. О, зашибись. Ну вот здесь, конечно, жопа. У тебя, кстати, какая защита? Никакой. Понимаю. Понимаю. 337. Угу. Давай быстрей. 337, это не так много. Одного вот этого вот жулика убей и все. Некрофила этого. Некромант. Хотя мы же не знаем. Правильно. Так и здесь надо бы магическую башню прокачать, а то вот эта вот часть что-то слабовато. Видишь, как идут спокойно. Ай, ну быстрей. Теслы, конечно, хороши. Теслы хороши, а вот с этим нечего делать. Может, тут одну Теслу забабахать? Ну, а чё бы нет. Но у нас денег сейчас не хватает. Ладно, значит, видимо, дальше будет больше монет. Но что сейчас почему-то их вообще не хватает. Давай, Митя, этот, ледин сосульчатый дождь. Я понял тебя, давай вот так поможем тебе. Ну, давай, ну хотя бы тут сосульками долбани. Ну у тебя 6 уровень, у тебя должны они уже быть, по-моему, нет? Понятно. Все с тобой ясно. Ой-ой-ой, а тут-то идут вкачанные, вы чё? Наверное, надо было начинать с Тесл, а потом уже их продавать и ставить магов. Потому что что-то маги пока не впечатлили. Да ладно, еще раз заново что ли начинать? Не хочу. Интересно. Не согласен. Это не смешно вообще. Да ну серьезно, надо было начинать опять с Тесл и... Задержи хотя бы их, спасибо. Ай, ну долго падают мете... Как же долго падают, а? Как же долго? Сколько? 19-16, охренительно. 3 звезды уже точно не будет. Надо было начинать с Тесл и потом переключаться на этих. Как-то так. Зато сейчас знаем, что людей точно в конце не стоит ставить. Ай, да блин, обидно. Ну смотри, у них физическая защита, но при этом, причем мощная. И при этом Теслы с ними охренительно справляются, а башни вообще не справлялись. Да куда же вы бежите? Ну да, замечательно, класс, конечно, ага, да. Магические башни какого-то хрена не справляются с ними, ага. Но что-то на этом уровне перепутано, я не знаю. Ну как так выходит, что магические не справляются, а физические справляются? Чё за прикол? Что наоборот тут должно быть, и у пауков почему-то физическое вместо магической. Какого хрена? А чё молния дальше не идет? Прокачана же, прокачана.
Раньше надо было, но сейчас, прикинь, обидно будет, если все-таки с 16 сердечками мы пройдем. Но это получается, у нас тут одни уроды прошли, и нам не повезло, что метеориты так долго падают. Чуть-чуть побыстрее бы, а? Чуть-чуть побыстрее. Как пошло бы все. 187, нормально. Ждем. Сейчас на пауках мы много должны будем получить. А, сейчас же еще крупные пойдут. Паучий матриарх, это не то. Слушай, а сейчас чисто... А, эти зимние... Ну, понятно, этих пока ждем. 187, давайте быстрее. Кстати, может, чем у них больше... Чем у врага больше здоровья, тем больше урона наносит эта магическая башня? Хотя это слишком продуманно звучит. Вряд ли тут так. Отлично. Но монет за них мы много получили. Вот где мы монет кучу получили. Все равно обидно. Хорошо. Хорошо, сейчас копим монеты, я не знаю. Ну, вот здесь можно еще забабахать одну Теслу, да? Неплохо было бы. И знаешь, что потом? И будем копить на големов этих. Придется сделать так. Так, о, пауки пошли, отлично. Сейчас на них много денег заработаем. И дитя еще это сейчас появится. 288, давайте, я готов. Хорошо, еще 337 теперь надо. Вот на эти хорошо. Вот это мы много денег, конечно, зарабатываем. Эти прям отлично. Ага, подходит нам. Не знаю, сомнительно. А, вот, вот что я искал. Ай-яй-яй, сейчас паучьи матриархи. Ой, или кто там был у нас? Леголасы эти, короче, идут. Вот с ними надо справляться. А, вы же еще магия замедляете, да? И давай, наверное, одних воинов поставим на всякий случай. Или нет, големов лучше уже начнем ставить. Уже 16 из 20 надо бы, я думаю, надо бы. И ты, если что, встанешь вот здесь вот. Так, господи, сколько за вас дают? Чего так мало-то? 132 было, стало 212. Отлично. Восемьдесят монет, да? Я не помню, 132 было и... А сколько стало? Я уже это забыл. Ну, короче, 80 примерно, да? Если прикинуть вот так. А сколько ты урон наносишь? 40-60? Что-то вообще незаметно. Слышу. У вас магическая... А что за хрень? Подожди, теперь у них магическая защита? Подожди, сейчас слабая обычная защита. Я не понял, какого хрена? У вас только что магическая показали. Подожди. Я что-то перепутал. Там другой паук был, что ли, рядышком или что? А, ну, типа, смотри, там, где камни, он был уничтожен, и сейчас из камней возродится же. Да. Давай ты тоже пока что сюда иди. Угу. Так, здесь прокачано. Хорошо, нормально. Так, а здесь, если что, пойдешь вот сюда вот. Так, а здесь давай вот так вот поставим. Чтобы его немножко остановить, хорошо. Ага. Хорошо. Ну, сейчас с паучьей маткой-то должны справиться, я надеюсь. Хотя Тесла, мне кажется, больше урона наносит. 66, а этот 49-90. Этот до 121, как будто бы больше. Ну, окей, тут же показывают физическая броня, значит, магия должна охренительно работать на них. Правильно, правильно. Где охренительно работающая магия, спрашивается. Давай здесь вот поставим тебя вот сюда вот. 151 сейчас будет. Отлично. Это какая? 17-я волна, да? Ну не, пока рановато, давай добьем их. Угу. Одна монетка нас, по сути-то, и не спасет. Ты давай вот сюда вот будешь.
И здесь, наверное, лучше еще и солдат поставить. На всякий случай, вот так вот. Правда, с этой у нас теперь голая жопа стороны. Ну да ладно. Да хорошо, сейчас понадобится очень много монет. Очень много. Да, смотри, волна все длиннее и длиннее, мне кажется, с каждым уровнем. Но не знаю, все подозрение, что вот это вот желтое вообще ни о чем. Хрень. Эх, обидно, я думал, сегодня два уровня пройдем. Все же так хорошо начиналось. А по итогу, блин, спустили в туалет просто все. Грустно-грустно. Паука чуть-чуть не хватило, вот совсем капельку. И скорее всего не хватило урона от воинов, да? Кстати, вполне возможно. Ну кто ж знал, что они нам тут понадобятся. Ну ничего, сейчас звезд побольше. И прикинь, блин, я не хочу, чтобы... Давай хотя бы до 15 сердец пройдем. Потому что 16 это очень обидно. Это получается чуть-чуть не хватило. Вот совсем чуть-чуть не хватило до победной победы. А то вот эта вот победа, она не победная, знаешь ли. Нам нужна победная победа. А это? Не победная. Так, ты давай вот здесь вот стань. Спасибо, отошел, хорошо. Метеоритный дождь не трогаем на всякий случай. Он нам, скорее всего, потом пригодится. Так, давай, давай, держимся, держимся. Нормально, нормально. Да прекратите идти, идти все больше и больше. Так, вот здесь, конечно, жопа у нас. Давай еще людей поставим. Да, денег хватает. Вот давай вот сюда вот встаньте. Жаль, что вы у нас не вкачаны, конечно. Дитя, а сейчас как... Подожди, сейчас же 20-е должно быть. А, у нас босс после 20-й идет, да? То кажется, как будто бы логично, чтобы на последней он волне шел, а не после последней. Вот что-то с пауками мы очень долго сидим. Плохо, что она в своей магии в упоре не может пользоваться. Прям вообще не может. А сколько у вас там, блин? Да хрена, походу. Босс уже? Чего? Почему? Ты чё? Тогда делаем, смотри, как лучше. Вот сразу же на нее метеориты использовать. И потом у нас успеет как раз таки перезагрузиться еще разочек. Я надеюсь. И здесь тогда давай еще Теслу поставим одну. На всякий случай. Охренеть, не хватит что ли? Серьезно? Давай вот так. Кидайте. Да, не сильно это хватит, но все-таки. Так, ну смотри, как будто бы есть шанс еще раз метеоритный дождь использовать. Хорошо. Так, ты давай с этой стороны. Здесь мы справимся сами, а вот с этой стороны у нас защита слабовата, конечно. Так, давай, давай, давай. Тут мы и закидаем их. Так, ты куда-то далеко ушел. Давай тут стой. Хорошо, давай, давай, давай. Бей, 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 бей. Хорошо, бейте, бейте. Так, метеоритный же дождь, ни хрена себе. Три раза, что ли, даже успеем использовать. Давай вот так. На-на-на-на-на-на-на-на-на. Что там у матки у нас? 11 тысяч здоровья. Как будто бы, блин, не вижу, чтобы результаты улучшились наши. Так, ага, сейчас бы овечек прокачал и слил бы на этом. Давай в этот раз с копьями поставим сюда. Блин, они не дотягиваются, серьезно. Зато в упор бегут с огромного расстояния. Ага, вот стоило их в другое место поставить, как сразу пауки начали прорываться с этой стороны. 6 тысяч. Что-то как-то медленно здоровье забирается у вас. Слишком медленно. Давай здесь еще поставим.
Давай, в эту сторону иди. В эту сторону иди. В эту сторону иди. В эту сторону иди, чтобы все вместе ее атаковали. А, все остальные, то есть пауки это обязательные были? Это не от нее шли? Серьезно? Обидно. 3 звезды почти получили. Да и в первый раз почти прошли. В первый раз прям на более убедительные 3 звезды шли. Ой, ну что ж такое, ну как так, ну... А, я недоволен. Слушай, намного выше шанс, что мы будем использовать солдат, чем лучников, да? Их не хватает чуть-чуть. Ну давай, не знаю, ради приличия попробуем еще разочек сыграть в какую-нибудь мини-миссию, да? А, вот это 3 звезды, давай, вот, героическая. Без героев уровень улучшений 3 максимальный, да? А тут у нас... Ну, давай вот так, ладно, 1, 2, 3, 4. До 4-го хотя бы прокачаем. Так, так. Все, хорошо. Как так получается-то, а? В какой момент у нас все звезды кончаются? Так же нормально идет. Так, ладно, где у нас? Вот это вот я хотел. Героическое, давай посмотрим. Ой. Разбойники, 24. Тесла у нас есть. А вот это вот как будто бы не очень уже затея. Сюда иди. Давай посмотрим. Что вы мне тут сможете противопоставить? Хороший такой. Магов, наверное, надо было, да? А сколько волн? 6. Что-то я думал, это то, где одна волна просто большая. Ну да ладно. А эти копьями еще не кидаются. Да, они только на максимальном уровне. И скорее всего уровень прокачки 3 это максимум, какой возможен на вот таких вот уровнях дополнительных. Почему я так думаю? Потому что мы уже довольно-таки далеко ушли. Если бы первый уровень сначала, потом второй, потом третий, мы уже далеко ушли. Тут уже чуть ли не максимальный должен быть. А нет, видишь? Ну и давай лучников тогда поставим. Попадай, пожалуйста. А тебе ничего не требуется, кроме как попадать. Ого, а вас что-то уже многовато. Ага, через лаву вы не пробежите. А вот теперь можете пробежать, лавы нет. Хорошо. Но рыцари что-то слабоваты все равно. Как можно было сделать рыцарей настолько слабыми-то, а? Ой, да вы-то куда? Как будто бы вместо тут артиллерии надо было лучников ставить, нет? У них тут доступны уже и вот это, и вот это. И вот это, и вон то. Хорошо, добивай их. Давай, пока толпа скопилась, молодец, красавчик. А, летающий, не, летающий нельзя, подожди, а у нас ничего против летающих нет. Значит, все-таки тут надо было прокачивать, ставить вот сюда вот лучников. Ну, кто ж знал. Да, неплохо, конечно, идем, неплохо, но уже все. Тут мы уже, можно сказать, пролетели. Давай, подходи, следующий, вот так. Чтоб сразу двоих. Давай, по летающим, пожалуйста. Да, по летающим. А, ты так еще и мало наносишь. Да куда ж ты по этим-то бьешь? Ну зачем? Да уже не вытянет, мне кажется. У нас одно тут сердечко. Да, эти не... не это. Ай, обидно. Так, ладно, ничего страшного. Мы не знали пока, как это работает.
Высокий дальний выстрел с 20% шансов моментально убить врага и нанести тяжелый урон, либо 500-200 очков на небольшой... А вот как часто он-то будет? Мы-то знаем, что не часто, правильно? Так, и вот здесь... О, солдат можно поставить. Ой, сразу и вкачать даже. Ну, попробуем вот так вот, конечно. Там уже посмотрим, как оно выйдет. Может, тут чисто на лучников, артиллерию я зря взял. Либо магов, кстати. Ох, ни хрена себе. С такого расстояния, кстати, не сваншотил, дурак. Шанс моментально убить врага, ну, 20%. Он выстрелит... Или тут шанс далеко выстрелить? Нет, шанс выстрелить далеко, он всегда есть. Например, далеко он стреляет раз в 10 секунд, условно говоря. А вот 40% это уже не к шансу далеко выстрелить. 40% это к шансу сваншотить. Вот так, наверное, тут работает. Иначе есть вопросики. Что они творят вообще? Не, пока не будем звать. Может, двух людей призвать. Не, ну тогда и вот здесь надо было вторых солдат ставить. Тоже не туда, конечно, поставил. Жаль. А, ну вот настолько плохо все. Ну, я понял. А если магов попробовать? Сразу такую можем поставить мощь. А, вы максимум вот тут можете, да? Ну, а почему бы и нет? Давай тут попробуем. Хотя 350, ну вот эти, ладно. Хотя 44 врагов 10 секунд. Не, это походу уже сейчас не вытянем. Хотя вначале с артиллерией как будто бы шло неплохо. А если то же самое сделать с артиллерией, только вот сюда всех людей поставить. Тоже артиллерию, и вот здесь солдат. Он же как будто бы с одного выстрела уничтожает, да, их? Ну да, тут как бы уничтожать нечего. Не, ну толпу вульфов мы, конечно, уже не вынесем. Мистер Вульф. Может, телепорт здесь за 3 соточки, наверное, нормально будет. Хотя их тут очень много. 4 врагов телепортировать это нас не спасет. Наверное, артиллерию правильно сделал, но что-то не учел. Либо лучников, кстати, не в ту сторону качал. Надо было не мушкетеров брать, а прямо лесных лучников. Да, магическая башня хороша, но одна она бесполезна. Давай попробуем лучников качать в другую сторону. Ну а чё бы нет. Урон сколько? 13-19. Ну это очень мало, ты чё? Ну это я надеюсь у вас хотя бы скорость. Очень-очень быстро. Очень быстро тут должно быть прям очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень быстро. Прям нереально быстро. Чтоб я прям даже сказал, чего так быстро? Вот такая вот должна скорость быть. Ой, конечно, пока они еще добегут. А ближе мы не можем поставить, потому что если сюда сбегут, все. У нас тут нечем отбиваться. А здесь мы сразу их подлавливаем. Это недостаточно быстро, недостаточно. Ну, не знаю, справятся ли они так с горгульями. Корни, если бы еще почаще, конечно, использовал, было бы тоже неплохо. Как часто? Но это как долго действует. А нам надо, чтобы не просто долго, а еще и часто было. Казалось бы, как можно сделать свою ситуацию еще хуже, да? Freedom!
Так, ну вы хотя бы уже перестали промахиваться. Спасибо и на том. Правда, как мы тут титанов начнем выносить, вот этих мародеров хотя бы? Вот это, конечно, интересно. А вы вообще урон наносите? 4-6, ага, понятно. Ну это много, конечно. Учитывая, что здоровье тут теперь 720, 4 урона это прямо имба. Как будто бы даже дисбаланс в нашу сторону. 4 урона это прям... это прям мощно. Ой, давайте быстрее там сейчас птички, и вот птичек. Походу с птичками мы и обостремся, да? Вульфачи сейчас. Так, ну птички, надеюсь, очень долго будут. Давай корни, корни, корни быстрее, спасибо. А вот теперь давай вот так. ...230 уже явно не хватит. А чё вы летающим так мало наносите, что ли? Да, летающим вы, конечно, так мало наносите. А как же вас тогда? А если так? Ну, это, конечно, методом подбора мы будем очень долго. Очень долго. В целом, сам для себя это можно поделать. А вот тебе, я думаю, не так интересно сидеть и смотреть, как я сижу и не то делаю. Пытаюсь нащупать, что именно нам надо. Так, 216, давай-давай. Ага. Так, и 270. Возможно, два лучников таких без корней надо было брать. Можно еще и так попробовать. Чего? А! Просто он тут умер, один чувак. А здесь я услышал звук выстрела. Думал, ни хрена себе ты попал, конечно. Через две линии. Так, 270. Нормально, нормально. Давай следующий хотя бы чуть-чуть монет получим. А, ой, сейчас быстрые побегают. Это плохо. Возможно, надо было тут мага, а здесь лучника. Да побыстрее. А чё ты просто проигнорировал, алё? У нас тут два человека стоят, они просто игнорируют их, нормально? Да ты задрал, алё! А ты чё меньше урона стал наносить? У тебя урон от расстояния, что ли, зависит? 270, давай быстрее. Давай быстрее, 270, не так... О, господи, давай. Я их оставлял для вот этих вот мародеров. А сейчас не факт, что успеет перезарядиться. Не, возможно, это тоже план говно. Да, эти-то не наносят ничего. Хорошие новости. Летающих мы теперь можем уничтожить. Плохие новости. Мы других не можем уничтожить. Давай, подходи, подходи, чтобы я метеоритами сразу вас всех успел. А так, не, подожди. Толпой-то не стоит идти. Что за бескультурья, а? Ну куда толпой ломиться? Чуть-чуть дальше, пожалуйста, пройдите вы. Ну давай, ладно, на сегодня последнюю попытку так вот попробуем сделать. Нет-нет, нет-нет, все. А так глянем. Что у нас в итоге выйдет. Эх. Да, конечно.
Стоит ли вот это вот? 12-18 урона будет. Да это больше, конечно, но 12 в любом случае маловато, когда даже самых слабых 84 здоровья. Ну куда 12? Что ж вы настолько-то слабые? Вы ни на что не годитесь, кроме как задерживать людей. Я не знаю, если вторую здесь поставлю, она будет доставать. Ну, стреляй хотя бы, чё ты стоишь-то? Просто стоит и смотрит. Кажется, кто-то идет. Взял как артиллерию, а не как наблюдательную, наблюдательный пост. А вот тут будут ли они задерживать? Отлично, будут. ...198, давай-давай, оп, отлично. Теперь 288 надо. Вот смотри, видишь? Что за хрень? Одни и те же волки же прибегают, но... Разница, слышишь, по урону такая большая. Вы чё, в смысле, а чё вы тут проходите? Нормальные вообще, не? Да вот теперь тут уже будут проходить, вы чё делаете? Нет! Честно. О, куда выйти? А, ну и правильно. Ну и ладно. Ну и не очень-то и хотелось. Ну ладно, тогда будем думать, что делать. Вот это вот я вообще хреново знает, как проходить. Это нереально сложный уровень. Вот это вот мы еще не пробовали, посмотрим. Вот этот, кстати, прошел, а больше ледяных красных нет, что ли? Серьезно? Тогда у нас еще вот этот лесной есть. Потом у нас есть еще вот этот. Вот этот я не знаю, как мы будем проходить. Да ладно, мы белые флажки получили только в первых двух этапах. Да ладно. Ну давай просто один раз попробуем и все. Да-да, нет-нет. Железная, что тут? Большая волна... О, класс. Угу. Возьмем так. А кто у нас? Огр и орки будут идти, да? Давай попробуем. Просто разочек. Да-да, нет-нет, все. Ну да, в целом тут нет смысла вместе ставить. Артиллерии же у нас нет. А почему, спрашивается, нет? Можно вот здесь вот артиллерию здесь поставить. А здесь и здесь солдат, чтобы они вот сюда в одну точку шли. И мы так и выносили бы их. Кстати, как идея? Запиши. Кстати, почему нет, реально? Может, меня озарило. Давайте побыстрее 160. Потому что два мага, которые уже ваншотить могут хотя бы... Ага, да-да-да-да-да. Точно. Вы же у нас еще вот тут, да? Угу. Вы же у нас эти еще. Ага, понятно, ясно. Конечно. У нас же еще шаманы тут. Всего одна волна у нас, да? Но что-то до хрена вас очень много. И опять шаманы. Давай еще магов поставим, чё бы нет. 160, дороговато. Ага, с шаманами только чё делать? Они же задолбают нас. Мы их не сможем сейчас вынести. Они еще гоблинам тоже здоровье вкачивают. Уроды. Да-да, почти получилось. Возможно, я правильно сказал, что... А, артиллерии тут нельзя. Замечательно, класс.
Ну и здесь тогда солдатов 70 и 70. Чтоб тоже не сильно друг от друга далеко были. Но солдатов прокачивать вообще нет смысла. Там прям... Они могут стать основой хорошей армии. Ага, видели мы. Ага, 1-3 урона. Конечно, да. Когда у нас у самых слабых тут сколько? 24 здоровья. То есть примерно 24 раза нужно по одному ударить. Ну хорош, хорош. Слушай, шансы как будто бы высоки, да? Вот что так сложно. Артиллерии-то нет. И мой гениальный план оказался не таким уж и планом. Он все еще гениальный. Просто не план. По сути, разработчики взяли мой план, скрутили его и скурили. А план-то хороший, забористый. Справятся ли лучники? Ах, хрен его знает. Быстрее, нужны еще люди, быстрее. Вы что, издеваетесь? Наконец-то. Класс, козел, подставил. Да вы хоть сколько-то урона наносите, нет? Вообще ни хрена, да? То есть тут шансы не стоит на лучников возлагать, да? Хоть какие-то надежды. Да, смотри, пропускают вообще. I put a spell on you. Like a charm. А если несколько магов поставить? Кстати, прокачка у нас 160 стоит, а это соточка. Если поставить прям много магов, то вряд ли. Да, если людей прям очень много, то тоже вряд ли. Но это ж... это маги, понимаешь? Маги. Они у нас не работают. Наша мана. С шаманами надо что-то делать. Ну, метеоритный дождь, ну, на второй раз не успевает перезагружаться перед магами. Вот если маги, они вместе встретятся вот здесь, было бы, конечно, шикарно, шикарно. И тут уже толпа идет, смотри. А маги очень долго атакуют. Вот и хрен его знает, что нам делать. По сути, нам нужен большой урон по площади. То есть артиллерия тут. А ее нет у нас. Соточка на мага не хватает. Братишка, подкинешь соточку на мага. Неужели? Да, ну не, ну не верю. Так, у нас еще три шамана идут. Да что такое-то, а? 160. А тут уже, ну все, жопа, и что я сделаю против этих магов? Шаманов, точнее, метеоритный дождь уже не хватает, все. Ну вот обидно, и что, людей призывать надо было, а хрен там. Хотя, как будто бы вот так вот, действительно, прям тема, смотри. Вот так магов, вот так вот магов, вот так вот магов, и вот здесь вот людей. М? Как тебе? Ну, как это нормально, но не факт, что хватит, конечно, на прокачку магов теперь. Блин, уже засиделись сильно. В азарт вошел. Не в смысле в азгард, там где Тор, а в азарт, в смысле, ух. Описание азарта, ух. Возможно, нам первых шаманов нужно разнести только так, а уже вот так вторых. Но я так думаю. Давай быстрее. О. Да что ж такое, я ж нажал.
Некоторые войска у нас освобождаются, это хорошо, это значит мы успеваем неплохо так. Так, теперь надо с этими что-то делать. И на эти сильные, нам надо успевать их выносить быстрее. Оп, 160 пока не хватает. Подходи, подходи, подходите. Да, отлично, давай, давай. Хорошо, 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 оп. Но второго все, метеоритного дождя у нас нет. А нафига я это сделал? Где же на вторые? А, я же на второго шамана откладывал. Это как, когда откладываешь на Мерседеса, сорвался и купил сосиску в тесте. И все, и денег у тебя нет. Вот и что у тебя? Ну как-то. Здесь бы еще вкачать, конечно, было бы неплохо. 160, давай-давай-давай, как будто бы шансы малюсенькие есть. Давайте толпой шаманов гасите, толпой. Блин, вот здесь метеоритный дождь мы бы выиграли. Но с другой стороны, видишь, вот что с шаманами-то делать? Вот если бы не они, мы бы уже все, просто имбище, разнесли бы. Постойте, пожалуйста. Вы верите в вопросы, пожалуйста. Ну куда вы идете? Ага. Ну то есть я правильно сделал с магами, только вот что делать с этим? Непонятно. С шаманами-то, а? Ладно, в любом случае, на этом все. Можешь подписаться на канал, чтобы увидеть следующую серию. И все. Все ссылки в описании. Скоро увидимся.